Дорогие друзья, вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах компании Samsung. Сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор на циферблат от Charlotte. Комбинированный двухрежимный информационный циферблат. Вот под таким вот названием. Я, конечно, не буду пробовать это перевести, а хотя давайте-ка мы с вами попробуем. Ну, у нас же есть переводчик Google, что нам прям стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Так, ладно, идет перевод «Тактическая команда». О, видали, как серьезно все. Поэтому поехали и смотрим. Стоит он недорого, но на него будут купончики, которые я буду раздавать каждому, кто поставит лайк под это видео и, естественно, напишет комментарий с названием своей страны. Потому что купоны под Тайзен, да, раздаются только по странам. Поэтому не забывайте писать свою страну. Так, поехали. Что мы, значит, с вами здесь имеем на этом циферблатике? Во-первых, на этом циферблатике у нас есть поддержка всех языков, короткое название дня недели, кроме арабского и португальского. Текстовый формат GMT, да, только английский. Формат времени в автоматическом режиме может быть 24 либо 12-часовой, без нуля. Это у нас касаемо вот этого вверху времени. Как вы видите, да? Нет, только нет нуля. Также у нас на этом циферблате, дорогие друзья, есть маркер с утра до вечера, ну, 12 часов, и автоматический режим километры или мили, в зависимости от настроек вашего смартфона, естественно. Чтобы изменить цифровую тему, нужно добавить виджет или приложение Samsung Здоровье 1 стакан воды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в обратном порядке. 7, 6, 5, 4, 3, 2 или 1. С началом нового дневного времени, с 0 часов, фоновое изображение будет восстановлено по умолчанию. В Samsung Здоровье вода, положение 0, будет изменяться. Режим AOT поддерживает цветовую тему основного циферблата. Расчет недель в году осуществляется программы для создания циферблата. Этот параметр нельзя изменить. Описание функциональности циферблатов предоставлены в картинках, что мы с вами сейчас и рассмотрим, дорогие друзья. Вот так, смотрите, выглядит крутенько режим AOT. Вот так это все будет дело выглядеть. Вот обычное, в обычном режиме, вернее, вот это в обычном режиме, это режим AOT. Идем далее. И с вами немножко разберемся, сколько здесь цветов, пожалуйста. У нас с вами здесь 1, 2, 3, 4, 5, 5 цветов. Это здорово. И видите, они такие затемненные по краям и выглядят достаточно интересно, да? Причем любой из этих цветов, ну, мне особенно зелененький нравится. Видать, у меня зелененький любимый цвет. Как я говорил до этого, изменяется индикатор того, сколько времени. День или ночь. Смотрите, день он показывает здесь 10, а если это уже ночь, да, или вечер, то он показывает 22 часа. Кстати, я первый такой вижу циферблат, ну, достаточно круто реализовано. Теперь давайте посмотрим. У нас здесь есть показ недель в году, я так понимаю. Сейчас мы это дело перепроверим. Да, вот это у нас неделя в году. Дальше, сколько дней в году, вот здесь. А также у нас еще есть, дорогие друзья, и показ квартала в году. Это значение закрыто вот здесь стрелочкой. Мы с вами имеем здесь фазу Луны, просмотр мирового времени. А также у нас с вами есть часовой пояс. И все это вот в одном таком циферблатике. Далее у нас с вами идут этажи. Также у нас здесь есть, пожалуйста, пульс. Потом низкий импульс, средний импульс и высокий импульс. Все здесь показано и будет отмечено, естественно. Ну, отличный циферблат. Не знаю, как вам. Мне нравится. Минус, видите, в том, что сейчас я не могу показать это на часах. Потому что я часики свои на Tizen продал Galaxy Watch 3, и у меня теперь двое часов Galaxy Watch 4 с LTE и без LTE, серебряные и черные. Вот здесь показаны все топ-зоны, которые работают.
в данном циферблате. Отличный циферблат, как я уже сказал, дорогие друзья, что будет раздаваться на него купончики. Всем тем, кто напишет комментарий с названием своей страны, поставит лайк данному видосу. И не просто слова там «круто» и так далее и тому подобное, а «хочу купон», вот тогда и будем раздавать, как говорится. Вам, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии, естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч!